Председатель Кабинета министров Кыргызстана Акылбек Джапаров в ходе инспекции по культурным объектам Бишкека отметил плохое состояние пешеходных тротуаров в центре города. Глава Кабмина поручил привести в порядок тротуары и создать условия для комфортного проживания людей. Акылбек Джапаров также в рамках обхода указал на плохое состояние наружной части Русского театра драмы имени Чингиза Айтматова, в котором в настоящее время идет реконструкция. На месте городским властям было поручено провести ремонт не только внутренней части театра, но и обратить внимание на его внешний вид и прилегающую территорию. Далее председатель Кабмина пешим ходом прошелся по улице Михаила Фрунзе до Национальной библиотеки имени Алыкула Усмонова, где в настоящее время подвели итоги конкурса по строительству и облагораживанию территории бывшего здания Генеральной прокуратуры. Акылбек Джапаров отметил значимость проекта и добавил, что выигравшей компании необходимо учесть множество фактов, в том числе ее расположение близ центральной площади Алато, и не сделать проект долгостроем.